Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день есть что свеженького посмотреть по танкам. Я действительно стараюсь специально для вас, снимаю обзоры на машины, которые появляются в игре, снимаю обзоры на танки, которые выставляются на продажу, прокручиваю вместе с вами рулетки, открываю контейнеры, рассказываю, как проходить ивенты и что для этого необходимо сделать, и много-много другого. Но, ребят, в этом видео я хочу поговорить о такой наболевшей теме, как вопрос, а кто все-таки круче, Wargaming или Леста? Почему у меня этот вопрос возник? Ну, наверное, из-за того, что под своими видео я постоянно встречаю комментарии, в котором те или иные зрители сетуют на то, что на Лесте что-то круче, потом появляются другие, которые говорят, ну вот, конечно, на ВГ что-то происходит, а на Лесте полная тишина, и этот спор длится ровно столько времени, сколько прошло с момента разделения серверов. Так кто все-таки круче, Wargaming или Леста? У кого более жирные подарки? У кого круче новые танки? У кого самые интересные ивенты и насколько они просты? В общем, все эти вопросы сейчас попытаюсь нивелировать и привести вас к единому знаменателю. Мои видео не всегда понятны всем зрителям, поэтому если вдруг этого видео вы не поймете, то можете сдержать свои негативные эмоции и не писать бурю негативных комментариев внизу под данным видео. Ну а если вы поняли, о чем я говорю, то напишите в комментариях свое мнение о том, что я только что вам рассказал. Итак, ребята, разделение серверов, да, действительно произошло, и это произвело, ну, просто неимоверно раскол между игроками. Игроки разделились на два так называемых табора, да, один табор цыган, которые рассказывают, что на ВГ все очень плохо, а вторые кричат по поводу того, что на Лесте все очень хорошо, причем вне зависимости от того, на каких серверах они играют. Так кто все-таки прав? А мне кажется, ребят, что для того, чтобы успокоиться в этом вопросе, необходимо понять одно. Вас не должно интересовать, что происходит на другом сервере. Вас должно интересовать, что происходит на том сервере, на котором играете вы. Когда я выхожу в свой двор, меня мало интересует, что происходит в дворе у моего соседа. Меня заботит, насколько хорошо все происходит у меня. Ну и если меня что-то не устраивает, то я пытаюсь это изменить. Так вот, если вы в чем-то недовольны своим сервером, вместо того, чтобы сетовать на то, что на другом сервере немножечко получше что-то, определитесь с тем, что вы можете сделать для того, чтобы улучшить свой сервер. Пишите разработчикам свои предложения, для этого есть соответствующая вкладка в разделе поддержки. Высказывайте свое мнение в комментариях, обязательно обозначайте, почему вы считаете именно так. Ну и в отношении таких главных вопросов, как у кого круче ивенты, нет круче ивентов, нет круче танков, нет круче серверов. Есть сервер, на котором ты играешь, и при этом всем есть сервер, к которому ты отношения прямого абсолютно не имеешь. Ну и, соответственно, могу сказать только одно. Когда на одном сервере затишье и игровые события на секунду прервались, все сразу обращают внимание, что на втором сервере что-то появилось, и потом в точности да наоборот. Определитесь, ребят, по поводу того, на каком сервере вы играете и какие новости вам необходимо отслеживать. Отбросьте новости того сервера, к которому вы не имеете абсолютно никакого отношения, и, как у меня, ваша жизнь станет гораздо проще. Я не интересуюсь новостью в отношении того, что там произошло на Лесте. По одной простой причине, потому что я на Лесте не играю, я играю на сервере Wargaming, и мне этого более чем достаточно. Если меня что-то не устраивает, я обращаюсь к разработчикам и пытаюсь повлиять на то, чтобы в этой игре стало что-то в лучшую сторону лучше. Тавтологично звучит, но все-таки, ребят, это правда. Если вы хотите задать разработчикам какие-то вопросы, вы всегда можете воспользоваться моим каналом, оставляя комментарии. Я читаю абсолютно все комменты под своими видео и на постоянной связи с разработчиками каждый день по много раз в закрытом Discord сервере. В общем, друзья, давайте будем влиять на те сервера, на которых мы играем, и перестанем заглядывать в соседний огород. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.